Теперь, что касается алгоритма отработки этих технических приемов на макивари. Условно, почти каждый тип удара у меня подразделен на блоки. Ну, блок можно считать как подход. Вот первый блок, он заключает в себе выстраивание того или иного, выстраивание конструкции того или иного удара, и одновременно будет являться упражнением по развитию сухожилий и мышц. Очень схожий с теми подготовительными адаптационными упражнениями, которые мною были представлены в видеоматериале «Боксы Макивара МБШ-2». То есть мы в первом блоке ловим, как говорится, сразу двух зайцев. Второй блок подразумевает уже отработку в динамике биомеханики удара и одновременно закалку и набивку. Это влипающие удары. Удары влипающие. Ударили плотно, уже по мере достижения определенного опыта, мастерства, физической кондиции, в полную силу удар с задержкой. То есть второй блок – это удары влипающие. Третий блок – это хлесткие, сухие удары расслабленной рукой. Абсолютно расслабленной рукой – это опять-таки тот фактор, который я упоминал, когда говорил о сухожильном тренинге. Абсолютно в расслабленном состоянии, бросаем ручки и выполняем удары. И четвертый блок уже непосредственно касается отработки акцентированных сухих ударов. То есть четвертый блок – это постановка уже акцентированного удара. Вот приблизительно вот такой алгоритм нанесения ударов. Алгоритм отработки. Вот этот весь технический арсенал вы можете включить свою программу тренировок, разбить их, составить такие комплексы, условно говоря, вот в недельном цикле, чтобы они были равномерно распределены по дням тренировок. Допустим, вот 3 дня тренировочных занятий в неделю. Вот этот блок ударов можно равномерно распределить по всем этим дням. И составить своеобразную такую программу тренировочных занятий вот такого уже расширенного характера с применением технического арсенала уже более универсального, более адаптированного уже к реальной жизни, к реальным обстановкам. Вот в целом то, что касается вот данного предложенного материала. Следующий материал, видеоматериал, я планирую сделать акцент на отработку серийных ударов на вот данной модели макивары. Серийных ударов и работу в передвижениях, смещениях, не в статическом положении, и не отработку только одиночных акцентированных ударов, а отработку ударов в небольших таких связках, в сериях и перемещений. То есть еще раз хочу доказать скептикам, многим теоретикам, там специалистам в кавычках от боевых искусств, что на традиционных и нетрадиционных макеварах невозможно отрабатывать там серийные удары или перемещения. То есть в их представлении работа на макиваре это только вот прямолинейный вектор, абсолютная статичность и так далее. Все можно отрабатывать, все можно делать. Я попробую уже в последующем видеоматериале доказать, что все возможно. Но это я уже забегаю вперед.
и показать даже, как можно отработать вопреки огромному количеству людей, которые утверждают обратное, показать, как можно отработать ту же банальную боксерскую и великолепно работающую в реальных условиях двойку. Удар левой и правой. Комбинация ударов. Самая простая и очень эффективная комбинация. И можно очень хорошо отрабатывать данный удар, хоть на неподвижной, хоть на вертикальной, хоть на плоской, хоть на какой-либо иной поверхности.